пришел 2022 год. Царство ковида и холода объяло Алтайский край. И только последние очаги борьбы за знания детей продолжали жить. Один из них – школа номер 118 города Барнаула, где работает настоящий мужчина Коронов Владимир. Всем привет. Школа – это целый мир. И показать его за секунду нереально. Да и не стоит. Нужно показать те места, где мы чувствуем себя наиболее комфортно, наиболее уверенно, наиболее спокойно. И в нашей школе есть такие места. Сейчас я вам их и покажу. Сейчас раннее утро, и детей в школе почти нет. Они только-только приходят, и слышат лишь легкий шепот их голосов, доносящихся снизу. И вот третий этаж. Место, где собираются дети, учителя, обсудить свои проблемы, посидеть, отдохнуть. Это рекреация. Посмотрите. Не в каждой школе есть столько мест для обсуждения. Это целый форум, где дети могут спокойно жить. Противоположная стена. Полка буккроссинга. Их несколько. Где можно всегда подойти, взять любимую тебе книгу и почитать ее. Чем не благодать? Третье уникальное место. Это стена с настольными играми. Мое любимое увлечение, где можно подойти, поиграть, понять, на что ты способен в данную секунду. А теперь немного обо мне. То, что могло работать визуально, а русский были плохо, у них была слабая информационная. Владимир, вот вы победитель всероссийского конкурса «Учебные материалы для школы будущего». Вот какими такими материалами вы заслужили победу и какими должны быть вообще учебные материалы школы будущего? Ну, на конкурс я посылал материалы, связанные с нашествием Чингисхана и Батыя на Русь. И у меня там была и география, у меня там была и математика, у меня там была и музыка, и искусство, и история. Все это в комбинации. Любой материал должен быть метапредметен, применим на любом уроке, абсолютно. Благодарю за внимание. Все.